точный бросок в корзину, зал взрывается овациями. Баскетболисты «Химок» на домашнем паркете принимают «Астану». С первых же минут хозяева завладели преимуществом и на протяжении трех четвертей держали отрыв в 7-10 очков, демонстрируя полное взаимопонимание на поле. Поддержать любимую команду пришли сотни химчан. Зал заполнен на 90%. Я обожаю баскетбольные матчи, очень часто хожу. Данный матч мне очень нравится, все захватывающе, быстро все происходит, надо следить постоянно. Баскетболисты «Химок» не подвели своих болельщиков. За 5 минут до конца встречи соперник сократил отставание до 5 очков, но ненадолго. 2 трехочковых от Мони и Карасева окончательно убили интригу. «Химки» выиграли у «Астаны» со счетом 73-56, одержали 5-ю победу подряд в единой лиге ВТБ. В следующем матче 3 ноября «Химки» дома сыграют с казанским клубом «Уникс».